الذي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ألهم علينا وهدانا إلى دين الإسلام والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم قلوبك وجايمي إسلامسكي أم جماعة дорогие сестры, братья. Вот здесь, когда вот последнее выступление этот Мухаммад говорил, первый раз, я помню, меня пригласил он на лекцию, которая была посвящена вот этим значениям, значит, сивака, перед омовением. Я внимательно слушал его, и все время я сопоставлял его каждое слово с научными данными, с деятельностью, скажем, многих клеток человеческого организма. А потом, после его выступления, я стал обобщать. Обобщать стал и вспомнил там китайскую иглу укаливания. Китайскую иглу укаливания когда-то в Советском Союзе вообще отрицали. Даже смеялись над этим. Над этим укаливанием. Я помню наши профессора, которые вообще говорили, это вот примитивное дело, это только примитивным людям рассчитано, и так далее, и так далее. А вот когда он докладывал вот эту тему, я думаю, посмотрите, то, что в Китае изучают 16-17 лет в медицинских институтах, вот это результат этого обучения получает 6-7-летний ребенок, родившийся в мусульманской семье при омовении. И дальше Мухаммад сам тоже очень был рад этим выводом, потому что он, наверное, об этом, может быть, не думал, он просто так каждый детализировал, а я немножко стал обобщать. А потом появились у меня мысли. Не только это непосредственно соприкосновение, даже когда слово какое-то произносит где-то, скажем, здесь голодный человек, там кому, ему говорят, что тебе принесут там кипяченое молоко. Оказывается, вот это слово, даже до питья этого кипяченого молока, в его желудке создается такая биологическая среда ферментных систем, кислот ферментных систем, именно для освоения этого молока. А если мне ему сказать, что там принесут тебе мясо, уже оказывается, даже до уже глотания этого куска мяса в желудке уже создана такая условия, такие ферментные системы, которые необходимы для освоения этого мяса. Умственно вообще, чем Аллах Тааля подарил нас, человека, это самое большое, самое ценное, это разум. Разум. У кого сильно развит разум, этот человек способен ревизировать свой нафс, свою личность ревизировать, а других ревизировать, других обвинять нам очень легко. А вот себя ревизировать и свои ошибки выявлять, и самокритичность нашу проявлять, это не каждому. Для того, чтобы эта сторона была развита, этот человек должен находиться под влиянием какого-то человека, который его очищает, его дух очищает. Вот мы как говорим, в Ахлу Тарикат. Вот только эти люди. Я очень часто встречаюсь с такими большими людьми, вроде такими большими учеными. У меня как-то привычка была еще в юношеских лет, когда я вижу, вот годыканы, кто-нибудь такой сидит, более такой разумный человек, я у него обычно спрашивал, скажи, пожалуйста, то, что ты в жизни делал, за что ты переживаешь, то, что ты в жизни упустил, не делал, и это за что переживаешь, расскажи мне. И каждый, значит, человек, соответственно, своему умственному развитию, интеллектуальному развитию, он говорил. Я помню, вот из нашего селения был Агабек, умный человек, наука тоже была у него достаточная. И это, у этого тоже спросил я. Я говорю, Агабек, скажи, пожалуйста, то, что ты совершил в жизни, за что ты переживаешь, и то, что упустил в жизни, и за это тоже. Расскажи мне вот эти сами. Он мне сказал, до 45-летнего возраста я не оказался, говорит, в тарикате. Только вот это я переживаю.
Потому что он видел себя до 45 лет и после 45 лет. Это значит, когда мы вроде беседуем с какими-то людьми, но слух идет, это большой ученый и так далее, и так далее. Когда к нему подходишь, немножко начинаешь его нутро понимать, у него настолько оказывается сильно развито эго, свое «я», что он особенно Иблису даже не уступает. У него настолько, значит, представление о себе, и он вообще не в состоянии не то, что себя ревизировать, даже объективно ревизировать окружающих. Вот почему среди нас часто возникают такие спорные, жаркие, спорные вопросы. А тогда как среди асхабов, у них никогда не возникали такие споры. Потому что сподвижники пророка, алейхиссалату вассалам, они при каждой неудаче в жизни чего-то, он искал в себе причину. Это, наверное, моя вина. Это, наверное, из-за того, что у меня бараката нету. Наверное, это я где-то, наверное, ошибся. Поэтому она из-за меня. Я помню, в Махачкале тоже один великий ученый, это сын Хасан Афанди Мухаммад Ариф, когда в городе что-нибудь такое произошло, это, наверное, из-за меня. Это, наверное, из-за меня. Как из-за вас? Где-то какой-то маленький такой деталь, мол, упущена. Поэтому вот нам, ильму, нас знание, это ильму хоть изучали, не изучали и так далее, все равно человек что-то знает, это ильму. Ильму – это знание. Ильму обязует человека. Обязует, две вещи обязует ильму. Две вещи. Первым, чтобы он этот ильму сам передал другому. А второе, что обязует, чтобы сам тоже делал амаль.